Телеканал «Домашний» радует зрителей новыми премьерами, оторваться от которых просто невозможно, благо все сериалы, выпускаемые каналом, редко затягиваются больше, чем на 4 серии. Вот и сериал «Пряный привкус любви» не изменяет традициям. Правда, это не помешало зрителям заняться поиском продолжения. Напомним, главные роли в картине исполнили Анастасия Крылова, Эльдар Лебедев, Кирилл Запорожский, Раиса Рязанова и другие. К сожалению, премьера второго сезона сериала «Пряный привкус любви» не состоится. Сериал завершен. Подписывайтесь на канал и будете в курсе всех событий о любимых сериалах.